Дом номер 8А по улице Желудева. Девятиэтажный кирпичный дом гостиничного типа на три парадных, 1980 года постройки. Двор зеленый и тенистый, выглядит ухоженным. Входы в парадное в удовлетворительном состоянии, установлены домофоны. Рядом с домом есть небольшая детская площадка и площадка для парковки автомобилей. Рядом находится детский сад, несколько школ, гипермаркет «Караван», рынок и остановки транспорта. В целом, состояние дома можно оценить как удовлетворительное.